Деревенский пожар с пострадавшими. Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило к диспетчеру в четверг в начале первого ночи. В деревне Рябинки Юрьев-Польского района загорелся деревянный одноэтажный дом. В течение 10 минут после звонка пожарные приехали на место. Однако строение уже было полностью охвачено огнем. Как выяснилось позднее, поскольку возгорание произошло ночью, вероятно, местные жители уже спали. Поэтому о пожаре узнали и сообщили не сразу. В 21 минуту первого пожар удалось локализовать. На ликвидацию открытого горения ушло еще 8 минут. В результате пожара разгорела внутренняя отделка дома и имущества на общей площади 35 квадратных метров. Не обошлось и без пострадавших. К несчастью, на месте был обнаружен погибший мужчина 1950 года рождения. А также на пожаре серьезно пострадали еще двое мужчин 1959 и 1982 года рождения. Всего к тушению пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники. Сейчас специалисты разбираются в причинах трагедии. Одна из предварительных версий – аварийный режим работы электросистемы в доме. Известно, что по этому адресу в апреле 2019 года проводили профилактическую беседу о соблюдении требований пожарной безопасности. Происшествием занимаются сотрудники полиции и регионального следкома. По предварительным данным следствия, накануне пожара погибший мужчина вместе с 69-летним родным братом и соседом по даче употребляли спиртные напитки и курили. Погиб как раз хозяин дома. Его брату и соседу удалось выбраться из огня. С термическими ожогами пострадавший находится в больнице. Все детали происшествия устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение.